Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайтик MyCSGO. Пополнить данный сайт на 10 тысяч рублей обязательно. Если ты захочешь пополниться, просто вот сюда вот лудик вводишь, дает тебе 30% пополнения, что ж. А мы поехали поскорее начинать. Начнем мы, как и в предыдущий раз, с кейсика Pandora's Box, окей. Начнем 4 раза, дальше будем смотреть по нашим с тобой шансам. Вот сразу бы сверхпроводник выпали бы, и цены бы не было данному видеоролику. Но, к сожалению, сверхпроводники падают всего один раз всего, видимо. Что ж, еще трешечку мы с тобой закручиваем. Тимукау, неоновый гонщик, ледяной уголь. И, ну, кстати, неоновый гонщик за 5300. Ничего себе, реально? Или мне показалось? А, нет, действительно, 5300, неоновый гонщик. Хром Кэнон, неонувар и конфетка. Вот это другой разговор, мужички. Вот это прекрасно, вот это приятно. И еще 4, давай тогда закрутим. Еще раз окупайся, пожалуйста. И, в принципе, будет даже, наверное, и неплохо. Темная вода, это точно плюс, конфетка точно. Да, да, приятно, приятно, действительно приятно. Хорошо, еще 5 тогда. Пятерочку еще мы с тобой шлепнем данного кейсика. И будем с тобой уже тогда от этого отталкиваться сегодня. Поток информации: Снежная мгла, Тимукау, Кортисера и Олимпус. Олимпус? Хорошо. 17 тысяч рублей у нас с тобой остается на балансе. Может быть, тогда стоит пойти попробовать сражение одно. Ну вот хочу я вот так вот одно сражение ударить. Мало ли, сейчас пробьем и выиграем его. А может быть и нет. На сайте уже минус порядка 60-65, наверное, даже, возможно, 70 уже тысяч рублей. Это очень много, и я понимаю то, что пора выводить, пора что-то забирать с этого сайтика. Хотя, вроде бы, да, недавно относительно забирали перчатки, сверхпроводник за 80 тысяч рублей. Но уже минус имеется. 6 тысяч рублей нашлепало нам, на самом деле, прекрасно. Очень даже. 7 тысяч. Ну ладно, кстати, победа. Победа действительно хорошо. Окей, продать все, 17 600, 27 тысяч рублей ставит нам с тобой сайтик сегодня. Бля, мое уважение, что если мы с тобой пойдем попробуем вот здесь вот что-то, гидропонику, я бы хотел бы на самом деле вывести. Да даже какие-нибудь тычки, блядь, те же самые, или Боуи, Гамма, Доплер, я бы забрал. Клянусь тебе, забрал бы. Если бы М9 еще выпало, было бы вообще шикарно, наверное. Ну, пока что, к сожалению, ничего не падает. И это уже четвертое открытие, кстати. Сколько мы тратим? 1100 рублей, по-моему, насколько я вижу. И 200 возвращаем. Ну, короче, 700 рублей где-то плюс-минус мы с тобой тратим за один прокрут. Нет, даже побольше. Наверное, рублей 900. Ну, пока что, как будто бы с этого кейса отдавать он нам ничего с тобой не хочет. Гидропонику бы поставил, и было бы все, на самом деле, более чем достойно и приятно. Ну ладно. Уже, кстати, тем не менее, планка в 20 тысяч упала наша с тобой. К сожалению. Ну вот, они гамма-тычки. Ну, мог бы их поставить. Ну, хотя бы 1050 сегодня сделай, Семе. Ну, было бы достаточно приятно. Хотя бы большую часть половины, ебать, что я говорю. Больше половины бы забрали, и было бы уже хорошечечно. Неужели гамма-доплер, ну, не поставишь ты? Но я не верю. Я не верю, что ты мне даже гамма-тычки не поставишь. Да ну напрочь. Ну я уже, получается, отдалил. Нет, пока что 15 тысяч рублей. Сандалили мы в этот кейс. Ну окей. Будто вообще пусто. Вообще как будто пусто. Да ладно, ну не может же быть вот прям настолько все плохо. 17 тысяч рублей в сандали, вот 18 тысяч. Ну, блядь, ни разу, даже, блядь, големые тычки не выпали. 19 тысяч рублей в этом кейсе. 20 тысяч рублей в этом кейсе. И тычков, как ты видишь, мы с тобой не наблюдаем. 21 тысяча. Да ладно. Просто вот так вот все сейчас в ноль съешь. Нет, нахуй, я больше не хочу этот кейс открывать. Мне вообще не понравилось. Я только что 21 тысячу в этот кейс садил. Я думал, хотя бы тычки, блядь, и то быстрее поставят. Ну, вообще ничего не ставило. Осадочек неприятный, на самом деле. Ну ладно, перчатки хотя бы выпали. Хоть как-то отбекало немножечко. Давай ножичек еще попробуем выбить.
Мало ли сейчас шанс появится. Но пока что мне прям чувствуется, что осадок на душе такой неприятный. Нет, спасибо, я уже поплатился, и ты можешь прекрасно пополниться по Сёминому промокодику. Хотел бы тебе об этом еще раз напомнить. Ладно. Что ж, 7600 остается баланс. Ножевичей пока что не видно. Хорошо, еще давай тогда. Ну, и еще раз не видно. И еще давай разочек. Ну да, 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 это гон, блять. Ну что, что с фармкейсами? Почему они перестали сыпать так хорошо, как раньше? Раньше по 2 ножа залетало и по 3. Сейчас же я не вижу ни одного. 5000 рублей залил в данный кейс. 6000 рублей залил уже в данный кейс. 7000 пошла, кстати. Ножа до сих пор просто не видно. 8000. Я понял. 10000 рублей, короче, я потрачу. Окей, 8000 рублей нож выпал. Просто вернулся к депозиту. К десятке к ножи вернул. Ну, бля, это очень неприятно. Я думал, все куда лучше будет сегодня. По шансам 27000 рублей ты мне ставил. Неужели больше, типа, не поставишь вообще ничего? 230 рублей. Окей, еще раз. Сумеречная галактика. Вижу, кстати, бля, спасибо. Реально, спасибо большое. Беги голову, давай попробуем. 1005 откроем. Мало ли сейчас с первых двух кейсов как бацнет. Ну да, с первого нету, со второго нету. Ну и третий раз 6000 рублей, чтобы было что заработать. С третьего есть, ладно. С третьего есть, спасибо большое. 35000 рублей, уже какой-то новый небольшой рекорд наш с тобой за сегодняшний видеоролик. Может быть еще и поток информации форманем. Ну так, ну немножечко, ради приличия. Ну да, потоков информации, видимо, невидимо. И третий кейс нет. Окей, ну давай, ладно, четвертый, так уж и быть, сделаем. Есть, с четвертого есть. Хорошо, медленно, но верно Сёма приближается к балансу. К хорошему, так скажем, балансу. Окей, тогда что, я хочу открыть какой-то кейс. Как будто бы, не знаю, как будто бы что-то здесь хочется. Но, бля, здесь... Нет, это гон, просто какой-то жесткий гон. Давай, ладно, кейс по 5000, 5 раз. 25000 рублей за 5 открытий. В принципе, дорого-богато, а почему бы и да. Чантика есть, перчатки за 6000, но это, кстати, не окуп даже, наверное. Это даже пиздец не окуп, это 5000 рублей, просто один кейс съел. Окей, давай еще. Ну, нужно что-то хорошее поставить уже. Да не, ну ты что гонишь, блядь, это что такое? 17, блядь, фастом один раз. Ебать. Ебать, просто баланс. Все. Сказал, пока, Сём. 15000, давай 3, нахуй, не знаю. Зуб тигра нож есть. Хорошо, 13000 рублей, окей, ладно. 4 кейса еще откроем. 2 красные линии, прокля... Ебануться, да иди ты нахуй, ебать. Что это за говно, блядь, какое-то? Пантеру? 17000 рублей? Реально выбить? Нереально, нахуй, походу. Да похеру, давай уже всадим куда-нибудь эти деньги. Я уже не знаю, нахуй. Ну, 41000 рублей показал, блядь, пиздец. Ни одного нормального окупа. Зуб тигра выпало, блядь. Спустя какое количество времени? Когда я уже весь баланс, нахуй, слил. Нахуй бы она мне нужна тогда? Да пиздец, еще и, блядь, пантера не падает. Нет, выпало, слава господи, блядь. Камбэк. Камбэк, 19000 рублей. Блять, давай просто... Ой, один. Да, это жестко. Давай просто на дигл пламя я валю все бабки и все. И будем уже тогда понимать всю сущность бытия. 204 рубля. Поехали, следующий прокрут. 204 рубля. Понял. Хорошо, еще один. 204 рубля. Отлично. Отличнейшее. 54000 рублей. Ну неужели дигл не выдашь? Неужели просто не поставишь дигл с моим-то минусом на сайте? Ну, это просто пиздец. Предпоследняя попытка. Дигла нет. И заключительная. Дигла, к сожалению, нет. Я потратил в этот кейс 20000 рублей. Почти что 20000. И вот они все диглы пламени, конечно же. Да. Приятно, приятно. Очень приятно. 159 рублей. Что ж,
К сожалению, вот такой вот неокупный у нас видеоролик сегодня с тобой получился. Обязательно не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, тем самым ты меня очень сильно поддержишь. Что ж, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.